Всем привет! Давайте посмотрим, какие модельки стоят в автосалоне Шкода, какие цены и так далее. Давайте начнем с Октавии. Очень смотрится так машинка бодро, ну скажем так, в боевом режиме, то есть и на трассе уже не раз видел такую машину, и вблизи, когда она была немного в пыли, там возле какой-то кафешки стояла, смотрится машинка очень классно. Такие вот, смотрите, диски литые. Туманки имеются, все классно. Уже сетка, бампер стоит. Вернее, поставили и что-то, и снизу, да, тоже. Давайте посмотрим, сколько предлагает заплатить. Шкода Октавия 1.4 TSI Ambition. Плюс 8-ступенчатый автомат, 150 лошадок. Здесь еще добавили электрический детский замок, то есть изначально его нет в комплектации. Хромированная накладка на нижнюю решетку радиатора. Вот она стоит. Ну, с ней же смотрится поинтереснее, как считаете. Дальше. Электрообогрев лобового стекла. Ну, в принципе, нужная функция. Цифровая приборка. Передние светодиодные противотуманные фары с функцией освещения поворотов корнер, датчик усталости водителя, мультируль двухспицевый кожаный с подогревом и управление коробкой КПП ДСГ, легкосплавные диски шины 17, атмосферно-светодиодная подсветка салона, проекция логотипа в дверях, светодиодная подсветка зеркал. Но вот это уже чисто пошло, я считаю, что да, такое вот все. Не особо нужные. В итоге машина стоит 2 219 800 рублей. Давайте посмотрим теперь более плотно. 255 R17, повторители имеются в зеркалах. Давайте поближе. Вот эта вот проекция, да, она вроде как все это красиво, но с другой стороны вот эта вот подсветка, все, да, с другой стороны все это, естественно, машину удорожает. А нужны ли вам вот эти при бабахе? Другое дело, когда вы приходите, значит, сюда в салон, садитесь с менеджером и говорите, что: слушай, дружище, давай ко мне вот это вот, ну, я буду командовать, да, и вы говорите: вот берем, допустим, комплектацию средней Ambition и к ней напихиваем, допустим, что вам нужно: электрооткрытие багажника, там все такое, там подогрев лобовухи, туда-сюда, все такое, вот. А вот этот вам, допустим, не нужно. Соответственно, за определенные деньги вы будете иметь больше машины, скажем так, с функционалом, чем вот эти вот все вот побрякушки. Ну, кому-то это нужно, не знаю. Здесь что мы имеем? Да. Есть охлаждение, подсветка. Здесь все сделано мягким. Тут еще крепление для ручки либо карандаша, два разъема Type-C, такой вот селектор. Согласитесь, здесь как-то вот он поаккуратнее сделан, чем у корейцев. Он такой маленький, то есть функцию свою тоже он как бы выполняет, и в то же время он такой небольшой, сделан все красиво, органично. Электронный ручник, а тут еще, видите, на заглушечка, два подстаканника, достаточно глубокий здесь этот бокс, и еще сдвижной подлокотник, он мягкий, классно. Что еще сказать? Кнопка запуска двигателя, цифровая приборка. Опа. Банан, так он ничего не светилось. Здесь видите, у нас какой свет такой. Имеется очешник. Тоже, да, вот эти понты, поднес палец, раз, она потухла. Но тоже все это через плату идет, то есть все это стоит денег. Тут вот так все, ну, соответственно, там тоже имеется микролифт, все красиво. Сзади подлокотника нет, надо докупать, три подголовника. И здесь еще можно дозаказать третью зону климат-контроля. Ну, классно, что? Выходим, такая дверная карта. Тут, видите, как красная уже подсветка дверя. Вот нравятся мне эти шкодовские дверные карты. Смотрите, еще раз покажу. А? Ничего лишнего, это просто так все сделано гармонично, красиво. Ну и, собственно, вот тоже
верхний хват, а у этих, у китайцев почему-то надо снизу руку заводить. Ну, решили они с оригинальности, да? Смотрите, Шкода Корок, такой черный-черный машин. Как вам такая тачка? Ну, черный цвет, конечно, классический, да, вот так же, как и белый, но его, как многие пишут, надо мыть и мыть, то есть умри с тряпкой. На мойку не наездишься, денег кучу отвалить, да? Давайте почитаем. Шкода Корок. 1.4 TSI Style, то есть топчик. DSG6. Еще старенькая коробка. 150 лошадей и полный привод. То есть здесь стоит, так как полный привод, здесь стоит у нас сзади подвеска независимая. Ну и смотрим, что вот здесь опять же, да? Машину вот к этой комплектации добавили. Защитные элементы на колесной арке. И третий ключ. И диски Брага. То есть, которые вот эти вот идут только для полного привода. Видите, вот такие вот. Ну и, собственно, вот видите, Volkswagen Taos. Вот это все дело идет с завода. А вот это все сделано как бы как допом. То есть, по заказу. И видите, как вот здесь вот, вот так четко, да? Вот палец опускаю, и тут уже отклеилось. Или как плохо проклеили. То есть... Да, можно, допустим, купить Корок и с таким, с пластиковым обвесом, но как-то вот все равно он уже, ну, скажем так, не вот чтобы очень. Видите, как он все болтается. Может, только на этой машине неудачно так проклеили, хотя тут тоже вот отходит. Ну и там дальше что еще у нас? Пакет ассистентов. Traffic Jam Assist, адаптивный круиз, ассистент движения по полосе, система контроля слепых зон, наружные электрозеркала с обогревом и складыванием, системы контроля дистанции спереди, фронт-ассист, зимний пакет, пакет комфорт для стайл и так далее. Вот посчитайте. И, соответственно, цена 2 миллиона 640 тысяч 400 рублей. Напомню, что здесь полный привод. Туманки присутствуют, датчики парковки спереди тоже, много хрома. Такие двухцветные диски интересные. Ну и что? Видите, здесь повторители в зеркалах. И вот хромированная катовка стекол. То есть смотрится машина классно. Без ключевого доступа. Давайте посмотрим, что же здесь предлагается. Тоже вот эта проекция. Тоже все это стоит денег. И тут еще видите, как электрорегулировки. То есть вот так вот. И память сидений для троих, походу. А нет, я думал, что все село. Вот так вот все здесь работает. Но тоже вот это вот понты, да, тоже все стоит денег. Соответственно, и сидушки у нас, видите, какие. Необычная тряпка. А вот такие вот. Здесь мягкий подлокотник. Тут твердая, твердая. Ручка тоже твердая. Динамик стоит, динамик. И еще кнопка открытия багажника стоит. Хорошо. Двери цельно штампованные. Давайте присядем уже. Думал, тут подсветка в ногах. Может, она есть. Но пока вроде нет, не вижу. Ну и смотрите, вот мы сели с вами. Сели с вами в салон Шкоды Корок. В комплектации Style, то бишь это топ. И, соответственно, к нему еще давали некоторые опции. Согласитесь, да, что здесь как-то вот приятнее все это сделано. То есть верх мягкий, такой все козырно. Здесь тоже все красиво. Здесь, в отличие от Тауса, можно не только вот этим вот рычажком все это двигать, регулировать, но еще и вот можно отрегулировать интенсивность обдува. То есть сделать, чтобы воздух сильно дул, поменьше и так далее. Не меняя направление вот этой вот. Вот этим вот рычажком. Руль в коже, мультируль, упоры для больших пальцев. Естественно, что здесь вот так все это регулируется. Отлично. Работа с круизом. Ну и так далее. Такие бочонки, подогрев руля присутствует. Голосовое управление, громкость, папки треки. Все это работает. Видите, у нас тут цифровая приборочка. Все классно. Большой экран мультимедиа, радио, медиа. Телефон, голос, навигация присутствует, App
кормлю. Ну, видите, как получается, да, что постепенно вот те машины, которые у нас, Шкода Кодиак, они все вещи и вещи, бац, придумали вот эту машинку, то бишь она поменьше, чем Шкода Кодиак, и призвана, ну, якобы быть более дешевой, чтобы народ брал. И постепенно эта долбанная вся эта фигня, инфляция, все такое, опять же, все это дело, машина только удорожала, и, соответственно, теперь же, ну да, машина, согласитесь, с полноприводом, с турбомотором, с роботом, все такое, тут куча всяких опций, тут и удержание в полосе, и слепые зоны контроля, тут и адаптивный круиз, и куча всего. И вот эта машина стоит уже 2600. Правда, здесь, опять же, какие-то, может быть, накрутки дилера, тем не менее. Как вам такая цена? Зашумленный бардачок, подсветка, все нормально, микролифт имеется. Вот такая еще вставка призвана разбавить. Нет, определенно мне вот нравится больше. И тут тоже, видите, все мягким отделано. Вот этот салон мне больше нравится, чем в Таусе. Тут что предлагает? Шторочка, два разъема Type-C. Отлично. Ну, вот такой вот своеобразный у них рычаг. Отключение тут, ESP, все такое, электронный ручник, автохолл, все это присутствует. И имеется тоже такой большой бокс-подлокотник. Еще, видите, есть регулировка по высоте. Класс. Хорошие боковые упоры. Ремни по высоте регулируются. И тут еще и присутствует отсечник. Мягким чем-то там отделано, прорезинено, что ли. Такая LED-подсветочка. Вот так. И тут еще сзади, как видите, имеется бокс-подлокотник. Единственное, что эта спинка задняя, вот эта, по наклону не регулируется, и сами сидушки за вперед задние не ездят. А так, в общем-то, такая хорошая машинка для двоих, допустим, почему нет. Вот, кстати, я сейчас отодвинул максимально. Вот, максимально назад. Пойдемте посмотрим, как сзади будет сидеться. То есть вот это, еще раз повторяю, отодвинул максимально назад. И рост у меня 172 сантиметра. Сколько там, интересно, места будет. Ну вот, смотрите, да? Опа. Ну, в принципе, я еще и уместился. Видите, как? Повторюсь, максимально отодвинута сидушка назад. Еще даже три пальца есть. Как бы далеко ехать, да, в принципе, ну, не знаю, наверное, и можно, а что, почаще останавливаться. Еще и здесь, кстати, подарок сиденья имеется, вообще красота. И тут еще раз розетка для зарядки и так далее, красота. Ну, такая вот машинка мини Кодиак. Как вам? Лично мне нравится вот такая машинка, поинтереснее выглядит, чем Таус, по крайней мере, пока. Идемте дальше смотреть. Рядом еще стоит белый Корок, он подешевле. Видите, у нас уже такие диски попроще. Сзади, спереди имеются брызговики. Бесключевого доступа нет. И вот уже, видите, здесь тканевый салон. Вот, соответственно, да, он выглядит подешевле, ну, соответственно, и машина стоит дешевле, да. Также здесь, смотрите, имеется проекция. И тут уже нет электро всяких этих регулировок, то есть нужно все вручную. Но опять же, из-за этого и машина дешевле. Здесь также имеется кнопка открытия багажника. Здесь также все вот это твердое. Руль такой же в коже. Здесь имеется подогрев. Также здесь работа с круизом. Точно так же здесь мягкий верх. Здесь получается, что карту какую-то можно прицепить. И вот тут уже такой свет попроще. Имеется ручка, микролифт. Тоже имеется отсечник. Ну и что тут? Да, тоже шумка имеется, подсветка. Экранчик тут поменьше. Климат стоит. Электронный ручник с функцией автохолд, отключение ESP. Тоже, видите, полный привод здесь.
кнопка запуска двигателя. Тоже также здесь имеется такой подлокотник. И тут уже нет, как видите, сзади подлокотника. Вот. Ну, соответственно, что там фишек побольше, цена больше. Здесь фишек поменьше, соответственно, и цена будет меньше. Ну и согласитесь, что вот еще, кстати, здесь вот такая приборка простецкая. Там смотрится, да, машина намного круче, но за это и денег просят больше. Вот, собственно, и все. Хочешь вот такую сэкономить, покупай такую. Хочешь больше опций, заказывай, допустим, или покупай машину уже с такими опциями. Я как-то уже снимал ролик, что, допустим, если вы хотите как-то сэкономить или что-то еще, то есть приходите в салон, садитесь с менеджером и начинаете разговаривать. Мол, хочу машину в комплектации такой-то, а к ней нужно добавить то-то. Все, платите предоплату, ждете, там сколько, 2-3 месяца, и машина к вам приедет. В любом случае, даже если сам производитель цену поднимет, это будет намного дешевле, и в машине вашей будут стоять именно те опции, которые вам нужны, а не те, которые добавят дилеры и так далее. Понимаете, о чем я? Вот отводы присутствуют, и тут уже рейлинги черные, как видите, а здесь они серебристые. Согласитесь, вот так смотрится машина намного интереснее. И тут еще хромированная окантовка, там нет. Все это, опять же, стоит денег, соответственно, все это машина удорожает. И здесь еще у нас белый цвет, а там черный. Это плата идет. Смотрим. Skoda Karoq 1.4 TSI, это у нас Ambition, а то у нас стайл комплектация. DSG 150 лошадей и полный привод. Доп. Опции зимний пакет, электропривод крышки багажника и все. 2 миллиона 260 тысяч 600 рублей стоит вот эта машинка. Датчика парковки же здесь спереди нет, а на это есть. Ну вот, нет того. Нужно вам, докупите. Если не нужно, то сэкономьте. Skoda Superb. Тут, как всегда, все на высоте. Походу, он уже стоит который месяц здесь. Никак. Ну, ближе к Новому году продастся, когда скидки будут делать большие. Возможно, да? Здесь останавливаться не будем. Здесь уже все мы там успели. Видите, новые как-то вот уже, допустим, вот неприятные, когда вот такая морщинистая эта кожа или что это, дерматин, как-то вот уже не очень, чтобы очень. Тут до стеклоподъемники, все красиво, такая приборка. Ну, естественно, здесь все вверху мягко, мультируль и так далее. Давайте посмотрим, сколько стоит эта машина. Skoda Superb 2.0 Ambition 7 DSG и 190 лошадок. Вот такие здесь еще допы с завода. 3 миллиона 165 тысяч рублей. И вот, собственно, уже что дилер поставил. Такие вот. Стоит вот Skoda Kodiaq, машина уже продана, сейчас идет оформление, пока ее еще, как видите, не закрыли, но тогда не будем заглядывать, посмотрим, ценник уже убрали, к сожалению. Вот такой тканевый салон, 2 кармана, там еще розетка внутри, здесь подлокотника нет, что тут, механика. Большой экран. Ну вот, если я правильно помню, машина долго стояла, и все-таки ее купили. Ну что, порадуемся за владельца. Только сегодня утром читал, что пишет человек, мол, купил Tiguan в базе на ручке, там движок 125 лошадей, и типа человек доволен. Ну почему нет, дай бог. Ну и тут вот так все. Видите, как. Идем дальше. Skoda Karoq, 2019 год. Практически без 100 рублей, 2 миллиона. Один владелец по ПТС. Пробег всего 22 тысячи километров. Привод передний, автомат, 150 лошадок. Такая вот машинка. Все в хроме, подножка присутствует. Такие вот диски литые. Давайте посмотрим, что здесь. Мягкий верх, еще вот эти шли тогда первые магнитолки с небольшим экранчиком.
Ну и тут вот так все расположено. Кнопка запуска двигателя. Ну такая вот машинка. Сидушки какие в виде. Козырные. А не просто тряпка. Ну и вот 2 миллиона просят за такую машинку. Ну и что, остался у нас еще, смотрите, Шкода Рапид. Давайте подойдем. Вот как-то вот он все равно вот черные колеса. И вот, но не смотрится машина. Вот, вот, мне вот так кажется. Как-то вот этот низ, вот эта черная решетка, да, вот эти соты, как-то вот сбоку совсем не нравится мне. Шкода Рапид 1.6 Ambition Автомат. 110 лошадок, Шкоти Эдишн. Ох, тут понаписали, сколько, смотрите. 1 миллион 561 700 рублей стоит эта машина. 110 лошадок. Максималка 190 км в час. Разгон до сотни 11,8 секунды. Смешанный цикл, расход 6,1 литра. И так далее. Давайте посмотрим, что же предлагается. Резина Пирелли. Брызговики имеются. И сзади тоже. Повторите просто зеркала. Давайте смотреть. Тоже вот, да? Дверная карта. Ничего лишнего. Все простецки. И согласитесь, смотрится очень даже зачетно. Мягенькие подлокотнички. Красиво. И еще имеется ручка под естественный хват. Красота. Почему у других так не делают, экономят на всем. Видите, тут какой-то пол такой, кроссы скрипят. Бах, вот так, да? То есть там сделано нормально, а тут вот так все. Ну что такое? Экономит. Подсветка имеется, достаточно глубокий, да? Вот аж туда вот рука заходит. И тут вот, видите как, вот надо обязательно глянцевый сделать. Почему вот с такого пластика не сделать? Большой экран, в принципе. Кожаный руль, мультируль с подогревом. Четко здесь все зачетно. Ну и что тут еще? Такой, ну, замок еще. Автомат. Все четко работает. Крутилочки. Тоже вот, где рука остановила, там все, видите, как ничего не болтается, не люфтит. Красота. Мягенько все ходит. Климат имеется, различные зоны обдува. И имеется подогрев сидений. Тут понятно, что все бюджетно. Но что делать? Руль по высоте пульта регулируется. Вот такой тканевый на салон, хорошие боковые упоры. Здесь еще имеется, смотрите, подогрев заднего сиденья. Имеется две розетки Type-C для зарядки. Подлокотника сзади нет и присутствует плафончик. Вот такая машинка, тоже достаточно много на трассе таких. Ну, если я правильно помню, что больше все-таки на трассе этих я видел новых полулифтбеков, вот почему-то вот так. Не знаю. И, кстати, и по статистике, да, вот эти рапиды продаются хуже, чем полулифтбеки. Как думаете, почему? Напишите. Ну, что еще? Все. Собственно, такая вот машинка. Машины вон они стоят, как бы их есть у меня, да. Ну, часть из них уже пришла под заказ. Поэтому тоже как-то не очень, чтобы прям вот машин было много в салоне. Но есть машины, можно прийти, поторговаться и так далее. Собственно, вот и все. Как обычно, всего-то моделей у них немного, у Шкоды. Как всегда, пишите, комментируйте, что вам понравилась, какая моделька, почему и так далее. Подписывайтесь. Всем пока, счастливо.